что ни, чего только не увидишь в Тбилиси, дорогие друзья. Вертолет в городе, что происходит? Лопасти у него нет, так что винтокрылой машины его не назовешь. Наверное, его привезли в резиденцию к Бадри Патаркацишвили, я думаю. То, что еще здесь может делать вертолет? Конечно же, картина не совсем нормальная, не совсем привычная, вернее. А то, может быть, и вертолет, и самолет, все, что хочешь, можно встретить. Но вот так вот неожиданно, вроде бы здесь не аэропорт, вроде бы просто дорога вдоль реки Курой, Тхпари, рядом Орточалгэс. И вот вдруг неожиданно повстречался вертолет ранним утром. Ехал на базар. И вдруг вот такая вот красота. Чего только ты не увидишь. Фантастика. Вот здесь вокруг люди. Чуть ниже они. Поэтому... Видно, они там тоже решают вопрос, что дальше делать с этим вертолетом. Нужно пофоткать его, чтобы на память сохранился бы кадр этот. Вот. Все-таки очень интересно. Откуда этот вертолет взялся? И куда он отправиться? Вот эти вот ребята здесь вокруг кружат, вокруг этого вертолета. Наверное, кого-то ждут, я так думаю. Вот у них здесь какой-то свой вспомогательный автомобиль. Конечно же, очень прикольно увидеть. А, вот видите, его то ли вывезли с территории, может быть, даже вывезли с территории, то ли же везут. Скорее всего, вывезли. Наверное, он там был. Наверное, это был вертолет Бадри Патаркацишвили. Я так думаю. И поэтому здесь вот так вот написано: осторожно вращающийся винт. Вот, винт вращается, и нужно соблюдать осторожность. Вот, действительно прикольно вот такую вот картину увидеть в Тбилиси субботним утром. Неопознанный летающий объект. Вот так. Фантастика. Положим это видео на нашей страничке, наверное, вызовет интерес, да? Винтокрылая машина. Наверное, ее куда-то везут, я все-таки так думаю, потому что вот эти вот парни тоже вот ждут, видно, сигнала от кого-то, куда ее тащить, потому что взлететь она сама не сможет по той простой причине, что она без винта. Приехал, кто приезжает, все сходят с ума от этой картины, что в центре города стоит вертолет. Такая вот. Вот такая картина у нас, дорогие друзья. Проехали мимо резиденции Бадри Патаркацишвили. Всем хорошей субботы и до встречи.